На вокзал пригласили всех детей сотрудников транспортной полиции. Сюда же прибыли необычные пассажиры, сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка. За каждый правильный ответ викторины ребята получали сладкие призы и подарки. Тем, кто не смог с первого раза ответить на вопросы, помощники полицейских подарили профилактические комиксы о приключениях мультипликационных героев на железной дороге. К сожалению, ввиду нашей службы, когда постоянно находимся на посту, не всегда можем уделить, именно правильно вы сказали, внимание детям. Ну вот общественный совет постарался, организовал прекрасный праздник. Считаем, что детям все нравится. Ну а мы довольны. Дети также приняли участие в конкурсе рисунков. Лучшие назвали работу Ани и Михалко. Нарисовала железную дорогу именно потому, что мне нравится работать. Мамина работа. Моя мама работает в полиции на железнодорожном вокзале. И мне это нравится. Я тоже хочу вырасти полицейским.